Свадьба – это обряд, давний, имеющий свои традиции. К таким традициям относится и зажжение семейного очага, главным символом которой стали свечи. В обряде зажжения и передачи семейного очага на данной свадьбе участвовали мамы. Ну, конечно, не обошлось без слез, ведь это очень волнительный момент. В адрес молодоженов прозвучали напутственные слова. После зажжения семейного очага свечу предстоит держать невесте. Отныне именно она становится хранительницей очага новой семьи.